Ой, ой, это не щукля. Всем доброго времени суток. Решила сегодня покататься с микрухой, с мормышингом, и приехал в то место, где мой мормышинг, в принципе, начинался. Здесь вот я первые свои потуги делал в мормышинге. У меня был еще спиннинг такой крутой, тестом от 1 до 9 грамм. Мормышки грамм по полтора. Ну и всякие там интересные силиконочки. Из нарезки в основном. Но если здесь не очень хорошо получится, значит, да, если получится, проеду до мельницы, то под мостом покидаю на микруху. Что-то давненько я там не рыбачил. Сегодня взял кощея, взял наваха микроджиг до 5 грамм. Ну и будем пробовать в процессе рыбалки там, наверное, увидите, что где почем. Попробую сначала здесь. Здесь вот выход с переката. Рыбка должна какая-то быть. Тут местечко какое-то. Здесь попробуем. Здесь будем кидать апстримом. Блин, сюда хрен. Там дальше чуть-чуть местечко есть. Здесь забродку надо с того берега и сюда под этот бросать. Вот тогда будет ловко. Так, тут тоже, блин, какие-то непонятные кусты. Не шваркнуться бы под бережок. Ну-ка сейчас. Значит, вся на ямке стоит. Будем там пробовать. Может, здесь щук стоит. Спустился еще в одном месте. Местечко интересное. Здесь по-любому кто-то должен быть. Какой-то рыб. Так. Это что за чудеса? Куда рыб-то делся? Ух ты, поймал кого-то. Вот такой окунь на рака от Crazy Fish. Ой, ё-моё. Во. Гаджиголовочка. Декой стоит. Очень классная. Вон где стоит. Ну-ка попробуем. Еще туда. Красавчик. Спустим. Может, там еще какой стоит? Стукнул кто-то. Эх ты. Сбежал. Значит, есть рыб. Надо только найти, где стоит. Классное местечко. Кидать не очень удобно. Деревья.
что один голодный окунь на всю речку. Там еще местечко есть. Ой, классное. Так, а ну-ка. Туда попробуем. Вон, не знаю, видите, нет, норка. Побежала. О, вон по берегу. Конкурент. А с норок что-то развелось только. Вон там, в кустах. Не знаю, видно было, нет, промелькнуло. О, о, ух ты! Хорошенькая подтяжечка была. Так, ну-ка. Подрывчиками попробуем. Стоит эта рыбка какая-то. Вдруг кто-то сыграл. Муж ясь. О, там окуняра точно. Ух ты. Говорю же, окуняра. Так, вот мы сейчас из-за березки эти места и обкидаем. Под теми кустами, значит, он стоит. Мормышкой-то, не знаю, докину, да туда нет. Ага. Ой, писюк какой-то был. Как заголодил-то. На клешне повис. Так, значит, помельче надо. Окунёк не очень крупный здесь. Короче, надо флюрик ставить. И головку поменьше. Монтаж, наверное, шарнирный. Надежда-то вроде как на щучку пробить. Может, ей сейчас покрупнее чего надо. Посмотрим. Так. Поставил 2 грамма головку. Красный крючок такой. От фанатика. И вот такой вот полярис, джавастик от Алексея Ушакова. Ну и флюрик. Сантиметров 30 поводок. Сейчас посмотрим, как это повлияет. Меняем приманочку. Ставлю танту такую. Не помнишь, чьего производителя. Так. Там точно окуняра есть. Ага. Говорю же. Ребятенок рыбий. Заглотил-то. Опа, иди.
еще тогда попробуем. Ой, какая птичка. Ой, какие красотунчики. Видите? Так, сейчас попробуем что-то ракообразное. Ух ты! Опа! Пол воды. Не тот же. Ага. Что ж такое-то, а? Это мелкие писюки какие-то они. Где крупняк-то? Но все-таки сработала задумка. Не знаю, что сработало. То ли флюрик, то ли монтаж. То ли танта. Ну, поклевочки вроде начались. Мелкий, правда, окунек. Хотя крупный тоже тут должен быть. Не, ну а что хотели-то? Микроджик. Микро. Микроджик, микрорыба. Был бы хеви джик, был бы ноль. Денем-ка мы ларвочку. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. Может, крупняк. Потом посмотрим, может, у меня там где мося есть. Так, случилось то, что и должно было случиться. Оборвался. Поставил вот вольфрам 2 грамма, тоже красный крючочек от фанатика. Ну, сейчас попробую еще здесь раз несколько закину и пойду дальше веселиться. Так, флюрик вот такой, 0,14. Поставлю зеленую мосю. По идее, вот вообще убойный должен быть вариант. Ну, посмотрим сейчас, что нам это даст. Но, по идее, рассчитываю, что окунек должен. У вас и щучка на такой монтаж любит клевать. Дальнобойный все-таки спиннинг. Наваха, который микроджик. 2 грамма летает вообще здорово. Ага, стучит. Кто-то стукнул. Все, что ли? Мне нравится. О, супер окуняру поймал на мосю. Что там еще? И траву еще какую поймал. Ух, ё-моё. Вот смотрим. Вот такой мелкий сикарашка сажал целую мосю. О, иди,
Где же у вас тогда крупный-то окунек, а? Почему в игноре? Ее туда, удальше. Ну-ка еще. Запулим туда. Догнал. Опять на мосе. Не смог пройти такое местечко. Он пришел в крутое место. Вот здесь мой мормышенко начинался. Я помню, здесь еще на телефон снимал. Поймаю рыбку, сниму. Ладно, не свалиться бы. О, да здесь можно, в принципе, ну, херабун пока не знаю, но можно половить. Поплавочно нашел хорошее местечко. Что-то как-то вообще даже тычков нету. Или щука здесь стоит. Лес-то должен быть. Места вообще классные. Где рыба? Закону жанра. По крайней мере, и лес должен быть. Здесь окунеры, кабаны стоят. Или щука. Ага. Чем и говорил. Вот он. Вот он, ильчишка. Так, сфоткать надо. Беги. Вот на такой виброхвостик. Блин. Вот на такой твистерок от Алексея Ушакова. Ух ты! Что хорошенький был, а? Там прям под берегом. Прям нападение. Ага, ух ты, что такое, а? Под берегом окунь стоит, что ли? Не хочет ходить. О, там точно кто-то есть. Ага. Все-таки зацепил я его. Ой-ой, это не щукли. Конечно, щук.
И пацак в машине лежит. А доставать мне ее здесь негде. Ух ты! Поводочек флюр 0,14. Фиг я тебя достану, да? О, блин, еще какие-то ветки затянуло. Если под берег уйду, то это все хана. Все. Я крут. До безобразия. Здесь в каких-то корягах запутался, как бы спину не сломать еще на. О, декоевская-то джиголовочка. Села так села. Невеликая щучка, но нормально. Сфотать. Клюнула на рака. Который от фанатика. Вон кто там под корягой-то стоял. Ничего себе. Тут крючочек. Тут крючочек. Ладно. Ага. Акушарик. Головки вот эти дыковские. Крючки такие острые. Чуть-чуть бац и все сидит. Я даже умудрился не зацепляйку соорудить с такого рака. Ух ты, это еще кто там? Шарик.
Ну, щук изловил, акушарики вроде активизируешь. Не, я сейчас пойду туда, в те места схожу с микрухой, куда с мормышкой ходил. Должна там какая-то рыбка быть. О-хо-хо, стучит. Все, бросил. Так, что у меня фрикциончик-то такой слабенький. Смотри, а. На клешнях виснет. Опа-на. Красота. Опять клешню оторвали. На этом рыбалку буду заканчивать. Походил, отдохнул, погулял. Красотень. Утром не хотел. Ну, блин, фильмов насмотрелся на ютубе. Про мормышек. Про микроджек. И тоже решил рвануть. Ну и не прогадал. Половил окуньков. Избили, по-моему, один елец, только был на мормышек. Ну и что? Ну и все. Остальное все на микроджек. И ракообразные в основном, кракозябрышки. Танточка сработала нормально. Ну а щучку поймал на рака от фанатика. Не знаю, чем, как он у меня там завалялся. Ну, тем не менее, сработал. Вот как-то так. Ну что, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока.